Сертификат на материнский капитал можно получить без заявления. После появления ребенка в семье и регистрации его в органах ЗАГС, вся информация поступает в пенсионный фонд автоматически. После специалисты ПФР проверяют наличие у женщины права на мат-капитал. Если оно есть, подготавливают электронный документ и направляют его в личный кабинет гражданина. Если возникли какие-либо вопросы по оформлению капитала, всю информацию можно узнать на сайте Пенсионного фонда России.